Всем привет! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании ICM. Модель 72076. Это у нас И-153 Чайка, вариант китайский. Так, снимаем наш красивый красочный бокс-арт. Коробка с плавным картоном. Пакет с литником. Один из них. Инструкция, декаль. Декаль сразу будет дана на новой бумаге. Классная, переводится хорошо, проблем не доставляет. Далее инструкция. Инструкция у нас дана в виде журнала формата А4. Сейчас вам покажу номера красок, которые даны в палитре Royal Tamiya. Так, на первом листе у нас, я думаю, да, все верно. Наш литник красным цветом показываются детали, которые не используются. Инструкция пошагово. Очень подробно описано, что и куда устанавливается. Поэтому проблем вам не доставит. Также хочу обратить ваше внимание на то, что здесь присутствует схема расчарок. И варианты краски. Четыре варианта. Это у нас Китай 40-й. Китай 40-й, Китай 40-й и Китай 41-й года. Разные какие-то подразделения. Так, ну тут что у нас? Я даже открывать не буду. Маленький ледник, остекление. То есть особо с него, через него ничего смотреть не будете, потому что здесь кабина, она дана как открытая, получается, у данного самолета. И все внутренности будут видны через кабину. Поэтому остекление здесь просто больше как формальность, что оно есть. Через него смотреть ничего не будет, не видно будет. Далее, на что хочу обратить внимание, что на данном литнике присутствует огромное количество мелких деталей, все пролиты очень хорошо. Также хорошая имитация провиса полотна. Имитация полотна, то есть каких-либо дефектов не обнаружено. Толкатели на внутренних частях элементов. И еще один крючок. Также мелкие детали, также хорошая проливка. Если вы собираете авиацию в 72 масштабе, то эта модель должна быть обязательно у вас на полке. Всем спасибо, всем пока!